Жителям Приморья, чьи дома пострадали от паводков, в этом году помогут материально. Соответствующее распоряжение дал губернатор Олег Кожемяка. Людям помогут компенсации за ремонт домов, которые были признаны комиссиями, пострадавшими от наводнений. Глава муниципалитетов дано поручение подготовить необходимые материалы. Здрасте! Здрасте! Можно вас? Да вот пришли, у вас период наводнения досталось вам? Досталось. Воды сколько вот было здесь? Вот. Вот так, да? Да. То есть в дом зашла? Да. Понятно. Вот это вы все не в воде. Все в воде. Вы не писали заявление? Нет. Не писали? Ну, на 10 тысяч вот эти, которые... Ну, если в дом вода зашла, и вот мебель попорчена, вот... Да все на место все поставили. Просто за что... Все поменяли, все полы, все срывали. Сами делали, за свой счет? Ну, конечно, сами. Все эти остались, чеки, что покупали, все там. Есть, да? Ну, конечно, но линолеум, все, ковролин, все новое, все покупали. Комиссию вы направьте сюда. Вот, еще раз дообследуйте с тем, чтобы помочь по ремонту, раз. И по частичной утрате имущества, раз такое произошло. Мужчины, получается, на моторных лодках, где вы с вами на машине сейчас ездили, по Ленинске, они на моторных лодках ездили, имущество спасали. Здравствуйте. Да, вот решили к вам заехать. Вы уже у нас подзатопило вас, да? Нет, три раза затопило. А? Три раза меня топило. Три раза затопило, только за этот период, да? Да. А последний раз вот 7 числа. Вот мне даже в доме вода была. Не только в доме. Вот понятно, вода. Понятно. Вы какую-то получили помощь? Оформили вам? Первый раз за холодильник мне уплатили. 50 тысяч, да? Да. 50 тысяч. Вы одна живете, да? Одна сейчас, вот помощь. Но мы сейчас еще там дополнительно рассмотрим помощь по ремонту. Ну и воды у меня во дворе вот так было, я с детьми убегала. Закрыла дом просто, а утром приехала, когда в 7 утра, ну и вода, что была, все черное в доме, да? В доме. Вы ничего пока не меняли там? Мы не меняли, а у меня мебель вся на улице 4 дня сохла, потому что у меня в диванах вода, вещи, квартира маленькая, вещи как бы все под диваном. Делать, да? Ну конечно, надо вообще, просто средств на это нет. Поэтому мы полы не срывали, ничего, я вот просто, как говорится, вымыла, высушила как могла, и детей забрала, и живем. Мы поможем вам ремонтом, вот в тех домах комиссия установит, где вода была там 30-40-50 сантиметров, где вы будете собираться делать ремонт, мы поможем по ремонту, комиссия еще раз пройдет, посмотрит, и в том числе по частичной утрате имущества. Хорошо? Хорошо, спасибо, да. Было бы неплохо, если бы вам помогли.